Славянская детская художественная школа – это не только архитектурная жемчужина нашего города, но и центр подготовки юных художников и мастеров декоративно-прикладного творчества. Основы мастерства работы в искусстве учащимся преподают опытные наставники. В настоящее время, после того, как детская художественная школа начала работать в отреставрированном здании, созданы все условия для творчества юных. Более 300 детей занимаются здесь, получая начальное академическое художественное образование по рисунку, живописи, станковой композиции, скульптуре, истории искусств. Очень интересное направление – работа с графическими композициями. Частью искусства графики является линогравюра. Именно это дает возможность создавать много оттисков и реализовать самые смелые идеи. Эта техника довольно интересна, но она и сложная, потому что нужно уметь делать все правильно, чтобы не было никаких сильных неровностей, чтобы картина получилась сбалансированной. И еще нужно правильно дублировать, чтобы не было никаких клякс или там потеков. Способ создания гравюры на линолеуме актуален в художественной школе. Эта техника привлекает доступностью с точки зрения материальных затрат и необычного воплощения замысла. В мастерской декоративно-прикладного творчества учащиеся успешно осваивают качество. Для этого приобретены 4 новых ткацких станка. Станки позволяют расширить нам виды деятельности, виды работы с учащимися. И ребята очень увлеченно занялись этим видом творческой деятельности. Ткачество уникально тем, что нету предела и нету границы совершенствования, скажем так. Здесь большие возможности. Путем переплетения и сочетания различных ниток получаются всегда новые узоры, всегда узоры уникальные, узоры неповторимые. Это удивительное мастерство, ручное ткачество, уходящее своими корнями в глубину веков, очень нравится тем, кто овладевает всеми его тонкостями. Полгода я занимаюсь ручным ткачеством. Мне нравится этот вид рукоделия. Когда что-то не получается, помогает преподаватель. Хотелось бы что-то сделать себе домой, куда-нибудь на стол. Вот так с помощью знающих и неравнодушных преподавателей ребята развивают свои творческие способности и реализуют необычные замыслы. Впереди у них еще немало ярких открытий и побед. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».